Главный вопрос. Профилактика, снижение социальной активности, меры предупреждения, меры сдерживания. Понимаете, вот для большей части наших муниципальных образований Красноярск – это то, что для Красноярска Москва. Поэтому вы должны сделать все для того, чтобы минимизировать контакты с внешним миром, ограничить командировки, обеспечить разъяснительную работу с людьми о том, что без крайней необходимости не надо ехать в Красноярск, не надо лететь в Новосибирск, не надо уезжать в Москву. Но жизнь не остановишь, карантина пока у нас нет, к счастью, однако все, что вы сможете сделать для сдерживания этой активности, вы обязаны сделать. Есть ограничения, которые являются не рекомендацией, а правилом. Это, соответственно, то, что определено в указе, и то, о чем сказал Алексей Викторович, применительно к дополнительным мерам, которые вводит с сегодняшнего дня Роспотребнадзор. Это должно соблюдаться безусловно, и никаких, что называется, рассуждений по этому поводу в принципе быть не может.